Здравствуйте всем. Сейчас в Самару еще раз рванем. Дашу отвезем. Провизию, водички. Наша мама купила себе новых саженцев, да? Многолетних. Какая красота! Шикарно просто, да? Тебе нравится? Мне тоже нравится. Вот такая красота. Даша отжала у меня итальянскую сумку. В ней спасибо тебе. И пожалуйста. Да. Как будто так и должно быть. Наверное, это любовь. Что-то кто-то дверь не закрыл. Я все закрыл. Плохо, значит. Все двери закрыты? Ну, не закрыты, это дверь. Блин, ты вообще... Закрыто? С рыбкой в дорожку. С тухлячком. Пятерка рулит. Берем рыбу. А она оказалась один пакет тухла. Новый. Как мне тебя слушать? Бабушка ходит сзади, мы ее еще не придавили. Она не едет, она летит. Эх, сколько вчера яблок было перечищено, капец. Запаслись на компот, нарезала. Заморозила, пока ящик забыл. Такое себе хозяйство, сразу чувствую. На шар... Два раза шарлотку пекла, еще и запасла на шарлотку. Да? Даша, ты вытащила рано шарлотку, она была сырой. Я допекала ее. Задави августа, Самара, 14:30, жара градусов 35. Анна Михайловна ушла в пятерочку.
дабы пополнить запасы продуктовой корзины студента. Что-то долго ее как-то уже нет. Припекает. Ждем. Сопа, ну ты хотя бы поднялся, что ли? Да вы быстрее ветра, Анна Михайловна. Ну, быстрее ветра, Сопа. Это тормоз вообще не описан. Мы успели уже это. Студенту. Спасибо Сбербанку. 2600. Списал все за счет бонусов. Или все покупки было за спасибо Сбербанку. Вот эти? Да. Шикарно. Ладно, погнали дальше. Хот-доги, фон-бекон. Самое вкусное на всей дороге. Хорошо, что фон-бекон в нашу сторону.